Андрей, хочешь чуть-чуть шею, вот такую линию дай. У лошадей она очень хорошо читается. Дело в том, что вот здесь в шее идут мышечные мышцы, которые поддерживают голову, там к уху идут. А вот здесь район трахеи и глотки, так, как правило, немножко провисает. Поэтому такая линия почти всегда видна. Глаз у лошадей, конечно, не здесь. Вы глаз ей поставили прямо под ухо. Так. Значит, лошадь вообще горбоносый зверь, форма морды у лошади скорее уж вот такая. Сейчас на такого злого, кричащего жеребца делаю. Ну, понятно, что это стилизация. Угу. Да? Но вот эта линия скорее с горбинкой, а не вот так впала. Так? В большей или меньшей степени. Глазницы. Не выступают они вот так над лбом. Но это чистый антропоморфизм. Так, молодые люди. О, пятно. Вот это я забыл. Это вода. Угу. Еще минуту. Держим.